Я честно думал, что меня тупо стебут. Не, ну серьезно, мне раз в пару месяцев звонит оператор Мегафона и говорит: Денис, переходи на новый тариф. Все то же самое, будешь платить в два раза больше. И самое главное, ты сможешь бесплатно раздавать интернет. Я, блин, реально не понимал, какого черта они мне втирают. У меня тариф еще года так с 15-16 подключен, ему прям уже дофига лет. Цена не меняется. Я плачу там 700 рублей эти долбанные в месяц. У меня безлимитный интернет, раздаю его кому хочу. А это, оказывается, современная реальность. Антимонопольная служба, наконец-таки она работает, оказывается, начала нагибать МТС, Мегафон и Билайн. То, что, ребята, вы попутали, вы черти просто. Нельзя с людей брать плату за то, что они интернет со своего устройства себе же раздают. Я когда узнал, я когда это понял, когда осознал, я охренел.